Всем привет! Давайте с вами познакомимся. Я Нина Пакулина, из России. Писательница. Пишу романы в стиле молодежный. Есть у меня в романах драмы драматические, а есть сказочные о любви. Ужасы мертвеца, красавцы, которые убивают девушек, а также стихи в юность, сочинившие 16 лет. Стихи и поэмы о любви, о жизни, реклама, стихи забытые кошмарные сны, что снится мне в снах, поздравления, журналистика, взгляд, сказка про красных шапочек, работавших на почте. Все я описываю в стихах, в романах. Как я и говорила в предыдущем видео, что я не писатель. Это хобби и увлечение. Я пишу, когда мне радостно или грустно. Пишу, потому что мне нравится писать. Окунаться в иллюзии романа, стихов, быть героиней среди злобных мертвецов, считать себя журналистом, быть профессиональным агентом по рекламе.